Я даже отвечать не буду на тот вопрос. Но если тебе не нравится, зачем ты тогда играешь? Потому что это бессмысленный вопрос. Если у человека есть цель и воля, то почему бы не пройти нелюбимую и не нравившуюся игру? Это нужно понимать. Я не душню, Steel Crush Rain. Я и сам душусь, понимаешь? Я и сам сколько душусь. Вы поймите меня. Я так просто притворяюсь умирать. Можно сделать разоблачение по мне. Он не может пройти игру. Игра слишком легкая, а он притворяется проходить. А кто-то не понимает Steel Crush Rain. Что делать? Придется объяснять. Придется объяснять. Давай, удачи. Я почему-то таких вопросов не задаю другим стримерам. Когда ты пройдешь, я устал видеть. Я просто поражен. Я, наверное, самый-самый хороший человек в мире, который не душит стримера. Но со мной, наверное, кто-то будет против. Угу. Виноват. Ну, простите меня. Crush Rain и ушел. Че, никого нет? Че, все ушли? Интересная игра, да? Кусаюсь. Спасибо за GG. Я посвящаю тем людям, кто во мне сомневался, кто потерял надежду, кто вообще не уважает меня и тому и прочее. Вот этим я посвящаю людям. Утрите нос, собаки. Ой, хочу я без музыки буду слушать. Мои родители... Moon vs. Game, что? Сырный ТВ, Торнис. Торнис даже, что? Ha 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 ha!
чуваки, которые дали зеленый свет. Ой. Теперь честно. И, наверное, скорее всего, души не было. Я все хочу высказать. Мне не нравится игра. Серьезно, мне не нравится игра. 40 часов потерял, и вот такой тебе плевок. Заново нужно проходить. Хорошо. Я тоже не хочу это. Я тоже сделаю плевок. Не понравилась игра. Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Еще раз бла-бла-бла. Ай, боже мой. И всех, что мне понравилось, это, наверное, гармония. И музыка с гармонией. Все. Все. Пройти можно. Что я со второго круга прошел. Ой, 808, шикарная смерть. И 7 часов трайл. Вот. Теперь, что мне вообще не нравится. Поймите меня, ребят, пожалуйста. Мне это... Неважна характеристика, меня это, понимаете, подбешивает, когда вот, например, говорят о характеристике. Нафига она вам, характеристика? Что вы будете с ней делать? Анонизмом, что ли, заниматься? Или покажете мэру, чтобы вам дали статуэтку за мою характеристику? Я прохожу, как прохожу. Неважно, уйдет на это месяц, год, еще раз повторяю. Если я застрян на одном уровне, моя цель только одна. Пройти. Неважно как. Плохо, хорошо, быстро, медленно и так далее. Поэтому, пожалуйста, меня это торопит. Меня это подталкивает, когда нужно время показать, столько смертей. А вот там чувак этот прошел быстро, а ты не смог. А тот чувак очень медленно прошел, а ты быстро его это перешел. Мне вот это, честно, неинтересно. Я на перегонки не играю. Я вообще не подписываюсь на это дерьмо. Я просто играю и все. Моя цель в играх — добиваться. Неважно. Ною я или нет, агрюсь или нет, на игру и на механику и на так далее. Это нормально. Другие стримеры точно так же делают, агрятся на механику, на это, все ни по чем. Тоже так агрятся и вставят 5 копеек. Но кто-то меня не понимает. И поэтому идите в лес. Вот. Говорить. Игра изи, я понимаю все прекрасно. Смотреть спидранеры. Много раз задрачивая эту игру. 1000, 4000 часов и так далее, к примеру. И говорить, что игра изи, это очень легко. Смотреть видео и так далее, это очень легко. С легкой писаниной написать очень изи. Но когда чувак первый раз проходит игру, и у него не получается, смысл писать такое? Вот посудите сами, смысл писать такое? Изи, не изи, сложный, не сложный. Смысл писать такое? Это что-то дает? Это какую-то мотивацию, да, или что? И еще. Поэтому вот, пожалуйста, не торопите. Вот такое мне, честно, не нравится, и я уже начинаю презирать таких. Вот серьезно, это честная правда. Чистая, честная правда. Когда вот так подталкивают. Тот стример прошел быстро, а ты медленно прошел. Тот стример прошел медленно, а ты быстро его. Меня это не интересует. Ни статистика, еще раз повторяю. Ничего меня не интересует. Я — это я. Я прохожу, как прохожу. Вот, понимаете? Я прохожу так, как надо. Хочу проходить медленно, хочу проходить быстро. Неважно. Неважно. Тебе это так задело? Хороший вопрос. Просто понимаешь, Рейден, мне сложно
играть и видеть такие сообщения, понимаешь? Ну, другие стримеры я тоже, блин, видел. Я тоже видел, как они себя это... тоже вот так агрились на это. А как, блин, дальше? Как дальше играть-то? Выпендриваться и свое эго выплескивать чат. Окей, я понимаю. Но оно мне-то нужно. Зачем? Если я не прав, пожалуйста, вините меня сколько угодно. Но я вставил и честно все сказал. И все высказал. Нравится? Извините. Да, и еще. Не стоит говорить вот это всего. Ну, блин, ну почему я так не делаю у других стримеров? Пишу, не пишу всякую такую же штуковину. Когда это закончится, это то-то, сё-то, то-то, пе-то, се-то, блин. Закончится когда-то. Если не закончится, дропну. У меня есть пальцы, и я знаю, я соображаю, как дропать игры. В отличие от некоторых, которые говорят, блин, что-то там не нравится, зачем это, зачем то, не нравится, не смотри. Хочешь подождать какого-то удачного дня от меня, да? Там что-то удачную игру или такую игру, которая тебе понравится. Просто жди. Вот. Всех людей не удивишь. Но только вот это можно как-то держать. Все. Я все сказал. Теперь можете сказать, что я очень плохой человек. Меня правда задело, Рейден. Я это не скрываю. Меня торопят, а я не люблю, когда мне нужно торопиться не из-за чем. И поэтому я зацикливаюсь на этом. Почему раньше все было хорошо? Потому что не было такого дерьма. Не было такого дерьма, правда. И мне не нравится, вот правда, я на перегонки никого не делаю, не обгоняю, либо не отстаю. Третий раз, если пройду Wings of V, точно так же буду проходить. И если пока не буду задрачивать эту игру по несколько часов, типа говорить, что игра мое детство, ностальгия и все такое, потому что я проходил вот это все и уделял больше времени. Если вам нравится игра, женитесь, рожайте детей, защищайте. Хотя это без толку защищать. Играйте удовольствием. Если человеку не нравится игра, значит ему можно что-то высказать. Если это других задевает, извините, не вас жаль, что вас задевает, как и меня. Ух, наконец-то. Я надеюсь, вопросов ни у кого не будет, потому что я честно все ответил и так, как надо. Спасибо, Хелл. Это уже второй раз прошел. Первый раз я прошел босса, но меня червь убил. Второй раз прошел. Спасибо, Колян. Спасибо, ребят, те, кто это поддержку давал. Фух. Теперь, а тебе, Рейдине, я сейчас скажу. Спасибо за реквесты. Очень были интересные и познавательные. Это во-первых. Во-вторых, спасибо за поддержку. Без тебя никак. Извини, что я не справился с задачей, как ты мне еще раз поддержал. Сказал, что я не сгорю. Сгорел, извини. Что мне понравилось? Знаешь, я могу тебе ответить, даже если ты не задал вопрос, что понравилось из этой игры. Первое, что я проходил. Гарлик. Второе,
Целеста и третья Wings of V. И знаешь, по топу сказать, точно так же, как я и проходил в порядок. Гарлик на первом месте. Гарлик очень понравилась, не знаю, откуда ты нашел эту игру. Она просто супер позитивная, и побольше бы таких игр. Просто спасибо ребятам, кто сделал такую игру с мини-играми, с мишинками и так далее. Целеста тоже понравилась игра, даже если в конце задушила игра. Где-то в конце в DLC, там именно после 15 уже начинается душнина, и после кубиков разноцветных тоже начинается душнина. Ух. Наименее понравилось Wings of V. Фух. Я все высказал. Ура! Ура! Теперь мне облегчение. Лучше уж сказать правду, чем солгать. Солгать я не могу. Спать будет труднее. Облегчение. Нет, не обосрался. Я не чувствую себя обосранным, позорным или так далее. Позор у меня совсем другие причины. Чтобы быть позорным, это что нужно сделать? Все, я прошел игру, теперь можно это. Убирать, да? Удалять игру можно, да? Не-не-не, Рейден, я хочу отдохнуть. Столько платформ было. Не, Шиноби пока потом. Шиноби после двух игр пока что. А вообще, я уже прошел игру, да? Уже можно завязывать. Или что они там, типа, говорят, такие веселые? Или это, типа, плюс новая игра? Нет, не хочу, спасибо. Я и так уже настрадался. 57-58 часов. Босс Раш есть. Что за босс? Ну это хорошо, что они сделали с этим, чтобы задрочить боссов и бессмертие проходить. Пытаться бессмертие проходить. Нет, анонизмом я не хочу. Congratulations, you've beaten the game on Angel or higher. The Hellspawn modifier has been unlocked. YOLO. You've beaten the game on Mortal or higher. The Turbo modifier has been unlocked and got to go fast. Turbo это что? Дайте я вот это еще сделаю. Можно сохранить. Это если что будет для РГГ. Я там повешу. Для оформления. Это сколько ушло на это? Я не знаю. Неделя точно. За 3 дня прошел. Да. Ух, ладно.
Теперь можно перейти к следующей игре. Переходим к ретро. Бывает, задевает. Что поделать? Не все стримеры бывают такие, которые вот может не задеть. Вот попробуй, блин, другого за день под другим ником. Так он сразу тебя забанит. Это говорит о том, что не уважаешь ты стримеров, то есть зрителя. А как можно уважать, если так будут обращаться? Ай, добро пожаловать в чат. В смысле, добро пожаловать в чат? Опять это ретро. Я не знаю, как это читается слово рекапча. Привет, мампианин. Как сразу ретро, так он мампианин появляется. Один чувак есть такой, знаешь, мампианин. Я не буду называть имя, никнейм. Как только играет Азмания, так он сразу это приходит. Но когда в 50 реквестов на Сегу, его не было. Теперь я понял магическое слово. Кастование, как тебе там засумонить, мампианин. Чтобы ты телепортнулся. Так, играем в ретро, тут мампианин. Все, добрый день. Здравствуйте, господа. Господа, здравствуйте. Здравствуйте, господа. Ой. Так. Теперь смотрите. Теперь такой план. Теперь смотрите. Давайте так сделаю. План такой. Сначала две игры на ПК. Я хочу отдохнуть от платформ, потому что... Ой, еще сколько много платформ будет. Хочу отдохнуть, серьезно. Пострелять и так далее. Потому что я что-то чувствую себя это... как понижен уровень сахара в крови. Такие это. Вот, надо как-то от платформ отдохнуть. Потом после этих марафон уже начинается. Марафон Шиноби. После марафон Шиноби уже начинается рубрика. И после рубрики уже будут новые планы. Но нужно подготовиться. Скорее всего, это будут заказы игр. Я уже подготовил документ под стримом. Я еще раз перепроверю. Может, что-то там изменю. Но то, что написано, это, скажем так, почти 90% точно. Может, 95%, не знаю. Так, бусти для РГГ. И надо что-то создать, какую-то другую рубрику. В ретро, но другую рубрику. Короче, я вот не буду заморачиваться на этом, по этому поводу, да? Не буду ничего заранее говорить, а то еще напишут, что ты обещал там. Не. Будет время, значит, сделаю что-то. Что-то добавлю в планах. Планы есть. Вот. Ух.